Маленький детский сад в каждой новостройке. Проект «Билдинг сад» стартовал в июне этого года, и уже более 1000 малышей получили место в детском саду. Несмотря на то, что сад частный, кошелек родителей худеет на вполне разумную сумму. Городской бюджет возмещает предпринимателю затраты на каждого ребенка. С учетом субсидии и компенсации за питание сумма составляет 5990 рублей. Если будет вторая компенсация, о которой мы сейчас говорим и ждем ее, в сфере приравнения муниципального образовательных услуг и негосударственных дошкольно-образовательных учреждений 1200, то стоимость эта уменьшится до 4000 рублей. Летом идею подхватили в Московской области, подключились Ростов-на-Дону и Челябинск. Частно-государственное партнерство в сфере дошкольного образования стало главной темой Всероссийского форума в Самаре. Почти 400 участников со всей страны. Многие впечатлились билдинг-проектом и решили перенимать уникальный самарский опыт. У нас есть частные садики, но они работают в частном режиме. Я думаю, после этого форума мы будем применять именно софинансирование из субъекта на поддержание частных садиков. Я думаю, мы обязательно пойдем именно по этому пути. Чтобы сократить очередь в детские сады, в Самаре ведется работа по многим направлениям сразу. Сады ремонтируют и строят, власть выделит еще 7 земельных участков. Новые группы открываются даже при школах. В итоге детсадовским общением в Самаре охватили 72% детей. Вот таким образом мы сообща, совместными усилиями надеемся ту задачу, которую перед нами ставит президент страны к 2015 году, ликвидировать очередность в детских садиках от 3 до 7 лет, будет решена. Если раньше у них была ситуация, как многие считали, просто безнадежная, сейчас вот то движение, которое пошло, все-таки мы за 2 года 4600 мест создадим, а я надеюсь, к концу года сможем рапортовать и о большей цифре, пока аккуратно говорю. Конечно, это заметно уже для жителей города. Марина Матвеевна, Алексей Золотенков, ГИС «События». Временного пребывания детей.